Мы сегодня с вами собрались. Сегодня мы присутствуем при вручении сертификата соответствия стандарту ISO 55201 управления активами. Для вручения этого сертификата к нам приехали почетные гости. Я сейчас вам их представлю. Руководитель программы разработки стандарта BSI и ISO, секретарь технических и проектных комитетов BSI и ISO, господин Чарльз Кори. Давайте поприветствуем. Чарльз Кори с 92 года руководит разработкой и выпуском таких всемирно известных стандартов, как менеджмент качества, менеджмент активов, менеджмент охраны труда и производственной безопасности, а также принимает участие в координации стандартов менеджмент рисков, экологический менеджмент, структуры высокого уровня, жизнестойкость организации, умные города и другие стандарты строительной отрасли. Вот. Чарльз с удовольствием согласился приехать сегодня на наше мероприятие, чтобы торжественно вручить нам сертификат, ну, за что ему большое спасибо. Второй наш гость – это представитель, генеральный директор российского представительства компании BSI, международной сертификационной компании, господин Ярцев Дмитрий. Спасибо. Поприветствую. И еще один представитель компании BSI – Пикулин Алексей, директор по продаже российского представительства BSI. С нами здесь еще консультанты, компания «Простоев.нет», которая оказала нам большую помощь при предсертификационном аудите, при консультировании для получения этого почетного документа, сертификата. Это компания «Простоев.нет», ее генеральный директор Ноздрина Оксана. Да, это директор по развитию компании «Простоев.нет» Скворцов Дмитрий. И руководитель проектов Добкин Алексей. С нашей стороны я представлю заместитель генерального директора, директор по производственным операциям Артемьев Владимир Борисович. Это наш главный человек, который, ну, скажем так, санкционировал, который возглавлял, который дал добро, который вел все это время нашу компанию к тому, чтобы мы пришли к получению такого почетного международного документа, как сертификат соответствия стандарту. Я бы хотела выразить большую благодарность компании BSI. Вашим аудиторам, которые мужественно провели эту сертификацию, были с нами в поисках. Struggled, but made it. The certification, I mean. Вашему руководству, которое предоставило поддержку нам в этом мероприятии. Your management and its support within the whole activity. Хотел бы выразить благодарность компании «Простоев.нет», которая тоже сопровождала эту процедуру, очень помогли нам. I would like to also thank the NoDown. Надеемся, что их консультационные возможности позволят и дальше нам двигаться по этому пути. Hopefully their consultation capabilities will allow us to move forward. И я хотела бы предоставить слово нашим коллегам, которые вот помогали нам на этом пути при получении сертификата, директору по развитию компании «Простоев.нет» Скворцову Дмитрию. I would like to give a floor to Mr. Skvortsov, who participated in the whole event. Спасибо большое за представление. Коллеги, во-первых, спасибо, что вы нас пригласили. Dear colleagues, thanks for inviting us. Накормили нас, properly. И у меня такая небольшая торжественная вещь, поэтому я встал. То есть она называется «Первый из лучших». Компании SWEG удалось опередить эти компании и стать первой компанией в СНГ, которая получила международную оценку. SWEG managed to overtake all participants and get the first prize in Russia and CIS. Компании SWEG удалось построить именно свою систему управления,
практически с использованием своих ресурсов, внутренних ресурсов компании. Whereas Swift was the one who managed to build up its own management system based on the experience. Мы как образовательная компания с этой точки зрения, мы с радостью готовы помочь вам в развитии своего персонала как системы управления производственными активами и компаниями. We are an educational company and we are happy to assist you in this scope of activity.